учитель английского, балетмейстер, фермер, библиотекарь с 30-летним стажем, опытный поисковик, тренер хоккейной команды, трехкратный чемпион России по плаванию. Разных сфер деятельности, социальных положений и характеров всех этих людей объединяет одно – они рождены творить добро. Эти намерения не остались незамеченными. Бронзовая статуэтка, одета специально для сегодняшней церемонии. Жаргала Токтахоева сельчане называют ни много ни мало кормильцем Бурятии. Он в буквальном смысле поднял с колен сельское хозяйство и скотоводство Яравнинского района. Ну, если районное руководство решило и меня представить к награждению церемонию года, я так думаю, что они, наверное, не ошиблись. Не ошиблись и те, кто за все время проведения конкурса поддерживал номинантов премии. Человек, который инвалид с детства и не имеет рук, ноги не в порядке. Вообще. Он должен быть человеком года. Ну, я считаю, что это... Он не просто человек, он сверхчеловек. Звание «Человек года» были удостоены все конкурсанты. Их наградили статуэтками и призами. Елена Власова, Елена Темникова, Даржи Чедопов. Новости дня.